Добрый день, представляю вашему вниманию юбки. Зима, первый сорт, Польша. Подробная информация, ссылки под описанием. Начнем с вами с такой юбочки. Она на запах закрывается, размерчик S. Здесь у нас размерчик не указан, я думаю, что это M-очка. Евро 40, джинсовая юбочка, размерчик L. Здесь у нас юбочка, размерчик L, ну я думаю, что M-очка даже, скорее всего. 42-й размерчик Вера Мода. Здесь джинсовая юбка Street One, размерчик Евро 42, XL, S-очка, вязаная юбочка, H&M S-ка. Так, здесь у нас 52-й размерчик, джинсовая юбочка Palmbier, M-ка. Шорты Евро 36 H&M, Страдивариус, размерчик S, юбочка. Юбка вязаная, Евро 42. Так, здесь у нас Евро 38, Мекс, 38 размерчик. Есть небольшие загрязнения поверхностные, M-очка H&M. Здесь у нас размерчик L, может даже на XL подойдет, юбочка S-ка. Эвичка, такая вот удлиненная юбка. Так, 48 размерчик, юбочка джинсовая эсочка, эмочка, эмка, Евро 38 H&M. Так, здесь у нас юбочка элька, атмосфер Евро 36. Здесь у нас SM юбочка, юбочка джинсовая, M-ка, 40-й размер юбочка. Здесь у нас S-очка, джинсовая юбка, Евро 38, искусственная кожа Zara, M-очка, так, Евро 42, M-очка H&M, Mex Евро 38. Вельветовая юбочка Джессика, 42-й размерчик. Здесь у нас Элечка, XL, так, Элька, джинсовая юбочка H&M Евро 32, Евро 36 вельветовая юбочка, Страдивариус Евро 34. Вот такие вот брючки, но они смотрятся как юбочка. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.